У совы глаза, как ложки, они видят днем ни крошки, ни со свечкой, ни с огнем, ни с горящим фонарем, ни с горящим фонарем. Русский театр – явление, известное во всем мире. Известные актеры, режиссеры, воспитанные ими, прославили его. И, конечно же, прославились сами. Можно много говорить о русском театре, можно обсуждать разные аспекты театральной жизни, искусство, экономика, общественные явления. Я небольшой театрал, однако даже мне ясно, что российский театр сегодня явление глубоко дотационное. И это понятно, декорации, гонорары актеров, авторские права, зарплаты, коммуналка. Очевидно, что продажа билетов не компенсирует большинства расходов, и мы его дотируем. Непонятно, правда, почему никто не возмущается, когда дотируют условный дважды автомобильный, то все полны злости, а когда дотируют условный современник, всем плевать. Даже не то, чтобы плевать, а все за, типа культура же. Я вам расскажу за культуру, но позже, в другом выпуске. Итак, вот существует театр, да только без имен. Вот существует театр А. С давними традициями, собственным художественным почерком, с историей, влюбленным зрителем. Ходят в него, ну пусть, 1000 человек в день. Покупают билеты по 2-3 тысячи, 5-10, не так важно. И смотрят на творение своего любимого режиссера. И на игру любимых актеров. Отличное взаимодействие. Однако я не пойму, какого рожна я, человек, презирающий ваш сраный театр. Фу, ну это грубо. Это правда. С какого рожна я вообще должен софинансировать этот ваш... Прости, господи, тандем. Есть театр, он создает спектакль. Прекрасно. Есть зритель, он ходит и смотрит на этот спектакль. Замечательно. Это простые товарно-денежные отношения. Зачем в этой схеме я? Если государство не будет дотировать театр, цены на билеты будут слишком высокими. Люди не будут ходить, театр умрет. И поэтому вы решили раскидать эту стоимость на всех. А я вот люблю, например, футбол. А давайте можем... Про футбол будет отдельный выпуск. Хорошо. Давайте по справедливости. Вот есть я. Меня зовут Вася. Я из-под Саратова. Я никогда не попаду в ваш сраный театр. Но вы предлагаете мне ежемесячно вкладываться в проект, который я никогда не смогу посетить. Ну что за категоричность? Может быть... Ой, не ври. Даже если я один разочек туда попаду, это не значит, что я всю жизнь должен софинансировать посещение театра состоятельной московской публикой. Да и вообще это абсурд. Бедные поддерживают богатых в их сомнительных развлечениях. Что значит сомнительных? Весь пафос поддержки театра заключается в том, что мы поддерживаем важное для русской культуры явление. Иначе зачем? Третьяковка, Эрмитаж, театр А. Однако тут нас обманывают. Если в Третьяковке и Эрмитаже находятся действительно важные для российской культуры произведения, то что сделает режиссер театра А по фамилии Б? Получится ли у него действительно великий спектакль или очередная подделка, вся культурная ценность, которая не будет стоить и гроша? И еще один аспект. Я зарабатываю в месяц 25 тысяч, а известный московский артист от 100 тысяч до миллиона, а то и полутора в день. В день! Господи, копейки. Почему театр должен поддерживать я с копеечной зарплатой, а не известный московский артист или режиссер с огромными гонорарами? Может быть, он ради русского искусства будет играть там за рубль в месяц? На Бродвее и в Голливуде, между прочим, артисты зарабатывают гораздо больше. Гораздо. Голливуд и Бродвей зарабатывают сами. Они клянчат деньги у государства на сомнительную постановку или содержание театра. Надо, конечно, помнить, что никаких государственных денег не существует. Это деньги граждан. Поэтому для меня очевидно, что театры надо сбросить с госсодержания. Можно сделать какие-то налоговые льготы, можно обнулить аренду, можно сделать что-то еще. Но напрямую софинансировать богатых людей за счет бедных – это неправильно. Что же делать, спросите вы, или, как любят говорить современные манипуляторы, отвергаешь – предлагай. Про эту фразу у меня будет отдельное видео.
Лучшее решение – это оставить театр на содержание зрителю. То есть простая продажа билетов, product placement и прочие штуки. Отлично выглядит содержание театра богатыми людьми. Если уж содержать театр за счет налогоплательщика, то это должен делать город, а не федерация. А решать, содержать театр или нет, нужно на общегородском референдуме. То есть жители условного Саратова решили, что им нужен русский драматический театр. Или решили, что не нужен. Значит, либо выделяем на него деньги из городского бюджета, либо не выделяем. Это тяжелое решение, но справедливое. Если мы действительно культурная нация, то и культура наша от этого только выиграет и станет сильнее. А если нет, то все эти разного качества постановки все равно не вынесут никакой конкуренции. Ну как же ваша любимая справедливость? Вот житель Саратова, он софинансирует театр и покупает билеты в него по цене 1000 рублей. А приезжий из Новгорода или Москвы не софинансирует театр и тоже платит 1000 рублей. Справедливо? Или, может быть, продавать билеты только жителям Саратова? Продавать билеты только жителям Саратова глупо, ну и неправильно. Конечно, на первый взгляд это не очень, но надо мыслить не столь прямолинейно. Смотреть на вещи шире. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вот вы всем городом софинансируете театр. Такое значимое явление в жизни города. Значит, вы, финансируя что-то, должны добиться того, чтобы ваш театр стал хорошим. Да и сами театральные деятели должны понимать, что если жители города своим театром гордиться не будут, то очень скоро проголосуют против его содержания, что приведет к тому, что театралы пойдут работать дворниками. Без негатива к дворнику. Да, конечно. В общем, театр вынужден будет становиться знаменитым и популярным в стране, или лучше в мире. А если театральные постановки будут популярны, это привлечет в город гостей, которые наймут квартиры или номера в гостиницах, пообедают в ресторанах, понакупят сувениров, и все эти деньги пойдут в карманы жителей города Саратова. А налоги в городской бюджет. Как это интересно, житель проконтролирует. Ну это, конечно, не так легко, но все же. Одно дело, когда вы из Саратова финансируете Линком, без негатива к Линкому. Ну, конечно. До которого никогда не доедете. Другое дело театр, который вы видите рядом. В конце концов, референдумы о финансировании надо проводить регулярно, раз в 5 лет, чтобы сами театральные работники стремились к улучшению театра постоянно и неизменно, а не расслаблялись, плавно покачиваясь на народных деньгах. Как-то так. Ну что, дорогой друг, да ты. Любишь театр и считаешь, что я говорю глупости? Пиши в комментариях, какая я скотина. Не любишь театр? Пиши в комментариях, какой я молодец. Плевал ты на театр? Напиши, за какую футбольную команду ты болеешь. Планирую еще сделать подобные выпуски про русское кино, про футбол, про культуру. Напиши, будешь ли смотреть. Напиши, про что хочешь посмотреть. В общем, напиши что-нибудь, ведь комментарии помогают продвигать видео. Будь счастлив. Пока.